А я, наверное, за Лича поиграю. Давай пикай любого. Ты, главное, не стесняйся, да и все. А я не стесняюсь. Так, мы играем за тьму. Ладно. Хорошо. Не очень. Ну ладно, пойдет. Хочу сейчас играть за Минеру, показать мастер-класс. Ну давай, давай. Ну, как обычно, короче. А Зорро у нас где там? Зорро? Алёша. Такие сердечки поставил, вообще. Такая Алёшечка. Алёшка. Минерышка. Где он там? Эй, Так, Алича, что там на него брать? Может, я в мид пойду вообще? попробуем мид, давай. Да не, не пойду в мид. Зеленый тапок. Аганим, аганим. Зеленый тапок оганим? Аганим. И все? Ну, скажи что-нибудь. Что-нибудь? Нормально, тебе потише сделал немножко. Угу. Это ухо заложило слегка. Да ладно. Прохладно. У них раз тонкое говно, два тонкое, три тонкое. Три говна тонких. Три чего говна? Тонких. А, тонких. Мало хп, в смысле. Вот это вот Зора тоже хорошо по минам бегает. Я смотрел, он читал. Да? Врубает такой. Они же инвизеры как? Они врубают, чтобы исследовать территорию и на мины. На нах! Видишь, никнейм у парня, но мы будем завоевателями. Да. Магнуса хочет взять. Опять вой, да вы что, издеваетесь? А это лол приоритет, какая разница? Кончено эти войды, я ненавижу этого героя. Надо, кстати, на ЦМ поиграть. А? Надо ЦМ поиграть потом. ЦМ, мод ЦМ. Я поняла. ЦМ. Так, где это говно? Вот она. И вот так вот. Тут все рассчитано до мелочей. А какое в лавке покупается вот здесь кольцо? Красненькое или... Ну, брони, 100, 200, 200 монет стоит. А, здесь, да, Да, покупается? серая. Ага. Серая жижа. А, так, у него мана, да, классная, бесконечная. Ну, третий скилл поедает крипов, первый дамажит, второй броня и ульта. Ну, куру просят. Ты не хочешь куру купить? Да. А, знакомая кура. Да. Как сегодня снимал, там кура была боком почему-то. Так, Такой какой бред. качать Такой первый? бред, а? Что-что? Какой первый скилл качать? Третий, и сразу крипа, прям здесь кушай, когда пойдет. Ага. Дальника лучше кушай. Сейчас дальника, а вообще ближника лучше, он жирнее. То есть тебе чем жирнее, тем больше маны. Да, а ближний, он жирнее дальника. Потому что дальник это маг. Сейчас сделаем мастер-класс. Без полива ставим. Первый, третий, да, качать? Второе это Пассивка. поздно будешь. Второе это не пассивка, это броня. А, броня. Ну, хорошо. А, точно все вспомнила. Какой Да. это? Как у Ледяная броня. селедки. Нет, не как все-таки, ну ладно. Ладно, забей, я вспомнила. Все. Какой-то, как у тунца. Опа, и еще одну какашечку. Надо сделать так, чтобы у меня было лучше остаться. Можно даже сделать так, чтобы мы выиграли. Ну, в принципе, можно попробовать. Все зависит от войда, босса, но... Так, потом делаем вот так и... Опа, мастер инвиза. Все делается схематично. Схематика. У него 500 хп. У меня 4 мины. То есть я сейчас наношу примерно 1200. Там еще минус сопротивление магии. Эть. Бух.
пока наблюдаем за картой. Блин, ой, ёбок. Что, у тебя маны мало, да? А, ты кидаешь по КД? Да. Так, это говно сделало руну, да? Ах ты чмо. Надо было сломать руну, ну ладно, завтыкал. За. Вчера, короче, понятно. Чё? Ну, если я, короче, видео записывал, там Медуза с Даггером играл. Видел когда-нибудь Медуза с Даггером? Нет. Ну, ты видишь, ты же не знаешь этого героя, да? Плохо знаешь. Ну да, я... Там скиллы какие у него. Ну, возможно, это новая мета. Блин, сейчас я закладываю мины, да? Которые 100% на них наступят. Это просто гарантированно. То есть сейчас... Блять, что я делаю? А сейчас. Оооо! Фига, он молодец, обосывает тролля. А, так он уже подыхал один раз, да? Да. Ладно. Это вообще лучшие январьские выходные, да? Ну да. Серьезно. Опа, опа. Так, не умеет фармить войд, не умеет. Опа. Опа, камень вырос. Да. Опасно, говорит, да? Давай, отлично. Это у тебя какой-то герой говорил, да, сейчас? Что? Ну, какие-то слова герой говорил? Нет. Наверное, у меня. Так, тихо, палево. Хорошо, он передумал умирать. Ладно. Первый пошел с Варкс Инвизом. А! Хорошо. Первый пошел. Так, тихо. Эх. Соларк не знал, что он играет против создателя. Доты. Всея Руси и Доты. Создатель вселенной, понимаешь? Си. Так, ладно, надо быстрее. Все рассчитано, то есть. Еще одна вкладка. Последняя мина. О, Медузу обоссали. А чё так? Скорее всего, Сварк пошел к вам осторожно. Да? Да. Но у меня почти шестой. Так, у меня все заминировано. Он умрет в любом случае. Попробую пойти до дома, но... Ох ты, какая хорошая руна. Давай, братюня, бежи. Он сюда пойдет по-любому. Беги, Войд, беги. Нет. Войд не убежала. Ну ладно, ничего. Она пыталась. Да. Ну ты там не хочешь сходить в магазинчик, а? Кто? Видишь, их не магазин полностью заминирован с трех сторон. А.
Вот я жду, как клюнет рыбка. Ой, меня сейчас тут убьют. Про меня говорит. Да. Помогите. Все тихо у тебя там. Так, ладно, немного. Так вот. И вот так вот. Дима! О, это я иду, да? Спалился, ну ладно. Нормально. Хочу замес, хочу замес. У тебя есть ульта? Я и говорю, хочу замес. У тебя же старее, у меня пока второй. Пока мало взрывались, мало. Ничего страшного, по нему быстро лею. Так, Сварк пошел за руны. Давай. О! Так, Клинкс. Твой любимый Клинкс. Ну, куда Сварк полез сюда? О, еще один. Ну, я говорю. Нормальненько. Ой-ой-ой. Ладно, купим тапочек. Ну, вспомни, да, как что там собирать. Ну еще одну поставим, уже надо переходить в лейтовые мины. Хотя, еще рано. Ну ладно, лишнего не будет. Хотя нет, это бред. А-а-а-а! Молодец! И на того перешел, да? Молодец. Да. Умница. Хорошая ульта. Так, там голубая жопа пришла. Он промахнулся? Нет, вот он. О, здесь все плохо. Блять. Ладно, я ухожу отсюда. Вообще можно было сюда прийти, здесь мина будет. О, давай, давай. А, у меня ничего нету. Господи Иисусе. Нет, я ничего не помогу. К сожалению. Ой-ой-ой, блять, меня сейчас еще и нагибнут. А нет. Показалось. Ты ко мне кура пришел? Надо бы ее апнуть. У меня кура ходит по воздуху. Нет, мало. Надо еще одну. Тихо. Может, меня тут заминируешь подряд? Вокруг вышки могу так кольцо сделать. А тебе идут прям сбоку, видишь? Да. О, хорош. Прыжок от бога. Он ульту просрал, можете убивать. 4, нормально. О. Ля-ля-ля-ля-ля. Блять. Фура. У них еще и фура есть. Фура не дура. Так, здесь слабая, ну пойдет. Должна убить. Хорошо, рано или поздно они сюда тоже пойдут. Где он подал так? Траксир, кстати, молодец, неплохо играет. Да? Он 3 раза убил уже на лайне. Фу, дно. Ты кому? Там белка бежала. Ну, в смысле, крип. А. Ну, в смысле, насекомая белка, имею в виду. Не про тебя. Поняла. Я поняла. У меня все ушли. Вот там рыбки плавают. А почему здесь эта карта-то не зимовая? Не знаю, там подарочки возле Рошана лежат, видел? Ну да, она должна уже быть белая, надо было выбрать зимнюю карту. Раз, два, три. Здесь Сварк, он сейчас прыгнет прям в бок, молодец. Уходи, братиша, я тебе покушать принес, нормально. Можно сюда его везти, если хотите. Давай, веди, братюня, веди. Блядь. Привели. Идти к вам? Ну, мы его убили. Но вот здесь какая-то драка происходит. Иди на мид, да. Ты какая у нас вообще? Ты у нас... Зеленая. Зеленые глаза.
Нихуя я Клингзу первым скиллом пол хп сношу. Ну, у него 500 хп, наверное. Уже, наверное, 600. Тонкое говно, я же тебе говорю, вот на мины вообще идеально. Насаживать на елдак. Ой! Так, все, короче, иду в магазин. Вот там драка происходит. Хотя он нулевый, бесполезный герой. Кто? Эр Спирит. Ну это как герой клоун, я называю. Клоун надо, знаешь. Подвинуть, толкнуть. Ладно, дубль 2. Ничему не учит их игра. В смысле? Ну ставлю мину туда же. Пока, сварка. Ой. О, я забыл шестую лею, надо было ульту качнуть, ну ладно. А чё у него ульта делает? Бочка. Ты же играл за минера, бочка зеленая. Я не играла за минера. Ты играла минером, тебя еще выкидывал за АФК. Не играла я. Ты играла? Нет. А, ну ладно, знаешь, поиграешь. Ладно. Припадок. Так, его взорвали двухлевовые мины. Второго левела. Это четвертый левел, он по-любому сдохнет. Ты в курсе, что ты в следующую игру играешь за минера? Ты в курсе? Я? Нет. Ну, будешь знать. Так, 14. Сапиент. Ладно, ладно, даже... А, вот, хорошее место еще одно. Все, теперь делаем идеальный закуп. Ой, блядь, мне пиздец, мне Погоди, пиздец, бог, бог. Пиздец. Жаль. Есть немного. Там Сварк уже так разозлился на меня. Угу. Там у них там еще есть это... Мины, но они слабые. Наверх идите. Идем, идем. Прыжок в ад. Так, я не успеваю мину ставить, они так умирают постоянно. Да еще одну. Хотя, ладно, они все тонкие. Мне нужно по... О, все, голда есть, отлично, все. Надо ульту качнуть, я забыл, прикинь, дурочка я. Ну, бывает, бывает. У тебя так вообще постоянно. Я хочу с АСФа поиграть. Ты страх потеряла, да? Да. На! Все, нету больше. Бля, что я делаю вообще? Ну, допустим... Тут Сларк... Они когда-нибудь пойдут сюда. Так, да, кстати, задефать надо, там больно, больно, больно. Мне нечем дефать вообще. Мы что, еще и просрать можем? Ну нам не сносит, никто не дефает. Ну, ну что, всем срать что ли? На миду. Блин, я опять ульту не качнул, да ты что, издеваешься, что ли? Будь здорова. Спасибо. А, он где-то здесь взорвался, да? Оу. Лалка. Ладно. Так, сейчас самое главное левел не просрать. У меня просто, видишь, такая тема. Я все доту перековырял, короче, тут одни баги. У меня куры летают, у меня ульты не видно, короче. Так, нужно получить один левел. А фура, да, фура играет. Да дайте мне левел сраный. Так, понятно, написал Void, бесполезный. Давай. Нормально.
Ой, блядь, да заебал. Ну серьезно. Сейчас все сделаем, не боись. Ну, блядь, меня за 3 минуты 3 раза убили. Так нормально же шла. Че это медуза? Шла, шла, развернулась, ушла. Заебись. Так, братюня, давай сюда. Сварк Аватар. Аватур? Сварк у нас голубая жопа, да? Кто там внизу подыхает? Никто, нормально. Не хватает у меня рентгена, конечно. Нормально, прорвемся. Прорвемся. Так, надо еще, короче, маны. Фига он наглый. Я его не убью с ульты. Так, 4 бочки это очень мало. Ты тут, да? Да. Ты расстроилась? Ну да. Если чё, можно, в принципе, его... А, все, давай, 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 давай. Да ёбушки, воробушки, да... Упал, ставь. Тупорылая пидораска, вой. Да она боссаная. Да, он не мог упал поставить, хотя просто на время. Поставил, меня не убили. Ну, мне повезло, да. Сейчас приду к вам. А, нет. Тролль вообще какой-то бесстрашный. Бесстрашный. И что это за стенка была? Охуительная просто. Стенка-невидимка? Угу. Пока! Ладно, надо, конечно, минировать теперь это... Вышку нашу, вышку, 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 вышку. Смотрим, куда они могут пойти. Они никогда не пойдут сюда. Крипы идут сбоку. Вот сюда надо ставить, короче. Ладно, ладно. Они, кстати, нападают на вышку и не ставят варды. О, я вспомнил. Все, 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 все. Ой, куда вы залезли? Нормально вылезли. Мне бы, чтобы вы меня не палили. Вы меня палите. Так, сколько? 3, 6. Более-менее. Что медуза сделает? Не знаю. Отпушит? Это типа задефает? Да. Что у вас, синее говно? А, ясно. Они все ушли, возможно, к вам пошли, осторожно. Нормально пофармим. Да я уже задефал. Нормально. Они к вам идут все, вот они все. Где? Вот здесь. Ты там стоишь. Я рядом с Войдом стою, все нормально. Надо кое-что сейчас запушить. Вниз отдефайте. Так, вон они идут, смотри. Осторожно. Да блядский хуй. Давай, давай. Бабах! О, дабл. Блять, нет. А, живи, 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 пожалуйста, живи. Вася, живи, Вася! Блядский хуй. Ты живая? Да. Живее, живых, живых, живее. Угу. Ладно, допустим, даже так бывает. О, 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 тихо, тихо, тихо. Так, сейчас я приду. А я не увидел, блин, где это говно? Давай, Шмара, ну подходи, чё ты стоишь? А, ясно.
Скорее всего, гем у этого дауна. Че, давай, давай. Все, доломался. Скорее всего, гем у этого чмыря. Где он? Да, у него гем, гем. Ладно. Есть план Б. Что делать, когда мудаки купили гем? Что? Я говорю, что делать, когда мудаки купили гем? План Б. Выбивать. Ставить мины на хайграунде. То есть, видишь, где я стою сейчас? Да. То есть, например, враг будет стоять здесь с гемом, где я стою, он не увидит мины, пока не поднимется. А когда он поднимется, он на них наступит. Mm-hmm. Так, я думаю, меня спалили, короче, пока я говорил. О, о, хороший что прыжок. Помогите, убивают. Ой, жалко, жалко. Ну, давай, ну живи. Боже, мина еще. Да все, он сдох. Стоило это того? Наверное, стоило. Ну, наверное. Ну, зато он пофидил Войд, это хорошо, это плюс. Да. Зачем Войд покупает этот Майлсторм? Бесполезный арт? Не знаю. Он дает ему скорости атаки 0. Смотри, еще одна вкладка не разминирована. То есть они ни разу так не ходили, прикинь, по этому пути. Ну, бывает. Нет. Ты в курсе, что мины работают на курьеров? Я знаю. Он будет знать. Я знаю, говорю. Будешь знать теперь. Вот гем этого чмыря, убейте, вафлю. Бежим. Купол. Так, мне помешал Соларк, значит. Ну ладно. Вот хорошее место. Вот так. Вот так. Окей. Пропушьте лайн. Сейчас, сейчас. Чтобы я мог заминировать. Надо фуру встретить. Надо еще одну мину сюда. Так, один взорвалась. А, здесь. Так. Ну ладно, пускай будет так. Что ты там сделал? Обоссал, как всегда. Молодец. Четыре. Четыре. Почему ты пушишь, а не вонючий лейт, знаешь? Там же такой фрифарм для них. Не знаю. Тупая медуза, такая бесполезная. О, все, понеслась. Где? Ну, в смысле, она начала фармить. А, я думал, ты про тролля. Чем мне репорт кинет за это? За что? Не знаю, за что. Просто так, как обычно. Видишь, у меня жопа горит как. Ой. Там желающий подохнуть. Да. Тимфарм? Тимфарм! Так, мне сейчас надо все сделать правильно. Например, вот таким вот образом. Вот так пойдем. И вот так. Это называется вот два ствола, запомни. Хорошо. То есть сразу и мины, и бочки в разные точки ставим. Видишь, какой я вижен создаю на карте? Да, это очень хорошо. Это все видно. Ну удобно же, правильно? Ну конечно. Ну удобно. Я опять. Из-за того, что у меня баг, я забываю льду качать. Ну ладно, прорвемся. Блять. Если что, там мина есть, если что. Они слабенькие, но пойдет. Они испугались.
испугались вашего скилла. Так, надо все-таки доделать. Самое главное, играть за 3 часа, это доделать дело. Начал ставить мины, доставь. Да. Ты же меня понимаешь? Конечно. Еще 2. Блять, воет бесполезный кусок говна. Он куда-то испарился. Тролль? Нет, он бежит. Нет, воет испарился. А, вот, да. О, видишь, у всех жопа горит. На Immortal Go. На лайк, в смысле, на этот, на лидерство, там всякую хуйню пора. Ага. Блять. Ой-ой, ёбок. Так, ну да. Алибард бы зарешала. У этого? Даркстир, собери алебарду и вин. Она он сейчас обосрет меня, как обычно, и все. Да он чё, рапиру собирает? Наверное, радик бесполезный абсолютно. Кого он жечь будет? Пукан? Я прям медуза вообще. Вообще с медуза. Так, кто там? Тарксир. Ладно, поехали. Опа. Ой, я так хочу быть с вами, ребята, но я так далеко. Господи, они там все на такие... Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, иди, ла-ла-ла. Может, тогда ульту захуянуть? Ну, можешь. Крипов. Ну, если они там дерутся, да? Ладно, у меня своя нет, игра. Нет, уже никто не дерутся. Дарксир кого-то убил, это хорошо. Сейчас организуем прием. О-о-о, они здесь бегают, да? Да. Вон они все. Мы гем не выбивали ни разу? Нет. Это плохо. Ну почти, ну ладно, одного задел, а это кто-то бьет. Эх, не хватило одной минки. Ну бывает, ладно. Бывает. Бля, а чё мне всю карту закрыли, ёбаный в рот. Бывает. Только на мины, пожалуйста, не веди их. Угу. Это подарок для Фуриона будет предназначен. Если, в принципе, собрать это Аганем, дофармить, то будет хорошо, он очень больно бить будет. А, мне надо еще урду качнуть. Да, качни, пожалуйста, ульту. Ну-ка, что там у нашей этой дуры? Ну, в принципе, неплохо, у нее линка есть. Ну да. Она может с ней на базе стоять хорошо. Я пойду в ордицы поставлю. О, молодец, уходи. Ну почему ты такой даун? Купол. Ха! Ты что там ржешь? Ты за игрой-то смотри. Смотришь за игрой? Я не могу. Смешные вещи происходят. Смешные вещи делают инвалиды иногда. Самое главное, чтобы эти мины не взорвали с вонючим отводом. Так, ладно, поехали. 2. Надо не забыть про ульту, не забыть. Вот он купил обоссанный ралик. Ну что за бред? Да? Ну да. Они нарочно, наверное, да? Так, 4. Еще могу 2. Ой, одну поставлю.
Мало бочек, мало, надо еще две. И внизу. Давай, фура, иди, не ссы, иди до конца, говно. Но он обоссытся. Думаешь? Да. Давай, братиша, иди, иди, иди. Все, не обоссался, ладно. Эть! Чуть в купол не заебенилась. Гем, если можете, забирайте и на базу вынеси. Не могу, тут тролль, блядь! Забирай. Ой, хорош, ой, хорош, хорош. Спасибо, спасибо. Фач себе, сука, на тебе, пидораюга. Пидораюга! А где гем? О! Фура сейчас делает ТП, видимо. Ладно, я бегу. Давайте 400 голды нафармить. Сларк здесь. Давайте, сносите. Вот он, вот он. Да там Сларк. Сноси, давай, сноси. Да я не могу, блядь, меня сейчас убьют. Все, уходи, бэ. Че? Издеваешься? Ааа, меня грибы убили, нет. 600, ладно, набираем. Собрал бы он алебарду, это бы автопобеда была. Что же такой глупый мальчик? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. А что она делает? А, что она делает? Руки связывает. Mm-hmm. Так, 900, ладно. Наверху есть говно. Здесь пушин говна, надо накидать. Вот в этом месте они уже разминировали 40 раз. Ой. Ладно, пока мы сделаем другим образом. Фура вряд ли купит ВРД, он дурачок. О, смотри, смотри, смотри. О, это он что, настоящий? Да. Нет. Это был настоящий, видимо. Почему? Не знаю. Жалко мои мины, жалко. Так, там фура идет. Ну пошлите вниз. Давай, если что, у меня есть суицид, вот он. Это точно он? Да, это он, скорее всего, подожди. Нет. Лишний он, да, рано. Ну мы ничего не потратили. Хотя он стенку кинул зачем-то. Пах! Так, кто мой куру трогает? Ой, блядь, помогите! Чё за пидорская команда, а? Да не говори вообще, уроды. Так, минусанули, еще наверху говно. Не, нормально, они, у них уже дамаги все не хватает. Да знаешь, собери себе шелскептер, ты голову не ломай. Но я себе огонь сейчас соберу. Ну, значит, будешь умирать. Так бы врубил, он тебе ничего не сделает. О, они гем забрали мой. Нормально. Пошел говно по трубам. Теперь делаем так. Кидаем. А, я ульту не качаю, ну что? Все, качнул. Так, еще один левел как раз остается. Ладно, все, все. Спокойно. Че с тобой, припадок? Да, я пою. Так, у них фурион сдох. Футифайт. Они все подыхали. Мид сносите. Футифайт. 700. Теперь, короче, идем ветерок. Или можешь ветра собрать, опять же, хорошая вещь. Бабах. Все снесем, короче. Давайте это пропушим сейчас. Ну да. Хотя бы до угла дойти, чтобы я мог ставить мины. Это уже дерьмо, да. А ты хорошо там на мне бабок поднимаешь, да? Да вообще мультимиллиардер. Может, ты сейчас сначала взорвешь, а я уже первым скиллом? Ну давай.
Ой. Тихо-тихо-тихо. Топ-топ-топ. Давай, Фурион, ты есть? Ты где? Эх, о, все, ульта третьего левого, все, я спокоен. Вот все такой дамаг у меня идет. Колоссальный. Кал. Окей. Ой-ой-ой, блядь, куда я пришла? Уходи! Ладно. Будем здесь тогда раскладывать. Ну давай быстренько тогда здесь накидаем. Мне пизда, мне пизда. Я рад за тебя. Помогите. Давай, 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 братин. Ой. Ну сюда же не пойдет, да? Я не понял. Так, нужно пока забрать тогда говно. Блять, тролль, он такой могучий. Да не могу уйти, что ли, домой? Нормально, там 2 на 1 размен, нормально. У нас там салют... было 3 на 1. Салюты до сих пор идут, прикинь. А? Салюты до сих пор идут у нас. А он сейчас тоже ебашит. Каждый день, да? Угу. Всю жизнь теперь, наверное, так будет. О, нифига себе, там тролль собрался. А они уже успели Рошана убить? Сейчас такого убил. Но он один убивает. У него ускорение есть хорошее. Угу. Давай, давай еще одну. Ну, ну не еще одну, еще много. А у Медузы Монта, Гемлинка. А что она дальше будет собирать? Ладно, все, палево, уходим, уходим. Джемми тоже дальше будет собирать. Гем еще один купит. Не, ну я это серьезно. Подожди сейчас. Вариантов много, манта у нее есть. Те же самые Тараски можно. Это была мина, ладно. Так, что-то наверху ничего нету? Ладно, иду наверх, надо вверх минировать. Сейчас, да сейчас, вон сейчас. Там тролль всех убивает. Я иду, давай. Давай, ой, как больно, давай, 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 давай. Я бегу. Блядь, блядь. Что у меня ульта не пробила? Не, далеко, далеко. Чё, пока в 2-1, да? Да вон он ходит. Бабах! Ладно, давай, давай еще раз. Баба, а где баба? Давай, давай. А где я-то? Подожди, 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 нет, ну. Пускай сюда идет ко мне. Медуза, ультани. Ладно, давай сюда, сюда. Че, пойдет сюда говно? Гем, а, гем, забрал. Гем, да ладно. Вот этот забрал. Черт! Где что? Так, все, минус 2. Ты чё? Не знаю, кривляюсь, как даун. Не похоже? Да, вот это чума гем. Чума! Потому что чума! Вот этого чмошника, говорю, гем. Фиолетовое говно. То, что он чма, запомни, он чма. Хорошо. Борьба была на выживание, понимаешь? Да, я поняла. Выжить мог один. Как бы убить этого шваль? Ладно, придумай что-нибудь. Вау. Там нужны другие лайны. Короче, я пошел в тапок. Да, пойду я в тапок, короче. Сейчас купим тапок. Разобрать. Пока не хочу уходить. Ладно, посрать.
ты же не понимаешь? Да. 5. Будем с травелами бегать. Хотя можно пойти, в принципе, с вами сейчас пушить. Блять. Ой-ой, как ульта-то пробила моё, хорошо вообще. Если кто-то еще бы, блядь, добил их. О-о-о. Ну ёбаные турки, нахуй. Ну, фура, давай, придешь? Давай, фура, давай, не ссы. Тролль 25-го левела. Так, подожди, мне надо, чтобы меня не выкинуло сейчас. А чё тебя не должно выкинуть? Ну, ты часто выкидывает, когда он 5 минут никого не убивает. Такой баг тупой, типа ФК был. А-а-а. Что за тупость? В смысле? Ну то, что... То есть это так было. Да ладно. Вау, и не могут исправить дауны же. То есть ты можешь 5 минут потеть, ставить мины, бочка, тебя просто выкидывают за АФК. Шикарно. Да? Вот потом ты платишь неделю. Да, да, да. Ты проходила уже. Пч. Пч. Что-то Паш... китайское. А? Ну, видишь, и там этот пишет. Что-то что? Китайское во мне просит собрать БФ. Ха-ха! Ага! Хорош, хорош. Мастер шуток, я нашел тебя. О, мне дали... 10 маны дали, ништяк. Да не хочу, ну не... Ну не... Не хочу что-то сегодня ждать его, честно. Ладно, смирись, чувак. Тяжелая игра? Ну такая, интересная. Ну за выживание, да? Угу. Там сундук выпадет кому-нибудь. Да что ж за мудаки, а? Да, надо, кстати, минировать быстрее, мид, сейчас приду. Будет заминирован топ, низ и мид сейчас быстренько. Угу. Угу. Блин, у меня есть тру-ля-ля. Как нам, сука, этого дауна убивать? Какого? Алибарда. Тролля. Алибарда. А что она? А, купи понятно. Ты алибарду. Почему бы и нет? Ну ты же занята. Ну, я барда и выкупаю. О, ты красиво. М? Красиво? Mm-hmm. Анимация. Просто кидаешь алебарду на тролля, и он стоит как даун, бить не может. Mm-hmm. И его вот этот арт его, да, вот это... Сатаник просто в ноль превращается тоже. Ну вы же это не можете сделать, я же не буду покупать алебарду бегать за вами. А как пишется алебарда? Открываешь улучшение, у тебя столбиками, да? Да. Последний столбик и пятая снизу. Хорошая вещь, тебе дает хп, плюс у ворота дают. Это такой серебристый такой мечик? Да, Heaven Halibard. Угу. Отличный арт. Значит, тебе пишут, да? Мне? Да, личный главный тактик-стратег. Нифига себе. Там будешь, что ли, общаться с ними? Офигеть, нет. У Медуз за 1-3 всего лишь, офигеть. А? У Медуз за 1-3. Там всю игру АФК была, да? Короче, сбрасываем паузу, пошли они нахрен. Мое время очень дорого стоит, очень. Так, ладно. Другая тактика. Идем потихонечку сносить мид.
Ты тут, да? Нет, не тут. Алло. Я здесь. Алло. О, блин. Все, дождались. Так, ладно, 19 делать. Все, где он теперь опять два ствола? Хотя... It's a beauty. Ну и что такое? Что такое? А, это иллюзия, что ли? Да, да, это иллюзия. Почти убью с одного удара его. Смотри. Больно, больно, больно. Ну давай, Void, купол, ставь обоссанное чмо. А, нету купола, ясно. Ну, непонятно. Ты микрофон там кричал, ты что-то делала? Алло? Я тебя сейчас не слышу. Вот так вот. Да, да, да. О, все, идем, короче. Блин, такой бы сейчас купол был хороший, а? Ну нету купола. Свиноматка, а? Пососвин. Свиноферма. У него сейчас купол появился, все, да. Можем начать. Ох, типа что, гем у них или что, для варды, да? Ну ладно, ладно. Че, мы сразу не разу? Да. Что-то мне игра остановилась. Странно. Ой. Ты колебали, ублюдки. Ну, он пофидит нас. Да он не зайдет уже. Да конечно, срать вообще на него, он бесполезный герой. Он ливанул, может достать гем. Скажи им. Так. Да что такое? Ну давай, давай. Ну да что ты, ты что, издеваешься? Господи, вот это вот понимаю. Мы играем или чё? Да. Ясно, я вижу. Конченый Void, просто конченое чмо. Просто забей. Ну а, хотя бы убили. Ну, вообще-то мы всех убили. Такая драка была идиотская, это ужас просто. Ну ладно, хотя бы убили, ладно. Правильно? Поняла, что ли? Чем? Так, я пойду в лавочку. Мне нужно гем, кстати, выложить, потому что... Да, чтобы они не пивашки... поняли. Я подняла гем, между прочим. Хвали меня. На колени встань, да? Да. Молодец. Ну делай ТП, что тебе пешком идти? Да не, я руну ускорения нашла. Ты что, не элита, что ли? Конечно, элита. Так, а чё, блин, она такая дорогая, алебарда это? Да заколебали, дауна. Они чё, издеваются, что ли? Дам-дам. Да-дам. Эх, жизнь моя, жестянка! Ну, этот, мид сносите. Прикольно. Чё? Алебарда. А, ну в принципе правильно. Она еще и видишь и замедляет. Ну да. То есть это как Сенджи. То есть есть шанс нанести, покалечить врага, короче, инвалидом сделать. Как можно инвалида сделать инвалидом, ты мне скажи? Не знаю. Да вот лучше бы не снес. О, неплохо. Неплохо. Медуза с Кадика, это неплохо. Пойдет, вау, и лучше.
Так, ладно, пошел я, короче, топ сносить по фасту. О, у меня штрафовая, я забыл точно. Да. Тру-ля-ля, тру-ля-ля. Тру-ля-ля. А я пойду, наверное, снизу. А, Войт пошел на Рошу. А, Роша у нас такой классный, он в шапочку одет. Нет. Да. Нет. Да. Хорошо. Это все обновления, которые они сделали, понимаешь? Да ладно. Они не исправили ни багов, ничего, просто добавили шапку и там более-менее зимнюю карту, которой, кстати, нету. Ну, подарочки возле Рошика лежат. Пау! Да, добавили дерево, чтобы манить. А, ты не хочешь подыхать, говно, да? Чем еще можно собрать? Можно хекс начать собирать. Хорошие вещи слышал. Да, хекс превращает любого в говнецо шоколадное. О, так, давай минусуем. Ладно, у них свое дело, у меня свое. Ну да. Тебя убивают, кстати. Ты труп. Ну ладно. Я шучу. Я как бы на миду был, нет? Ну ты ж такой поешь, конечно, Оли. Так, что-то здесь не так, ладно. Что делает минер, когда идем сносить? Он должен ставить бочки прям рядом. Так, подожди. Что? Фура должен прыгнуть куда-нибудь. Давай, фура, давай, давай. А, вот он, фура идет. Смотри, вот фура идет, ты видела? Я вижу. Я боюсь. Да что? Не бойся, я с тобой. А ты меня превратили в свиноматку. Смотри. Вау. Ну, фура, ты что, лалка, что ли? Ты что, лалка? Эта мразь перебила мне ТП. И я порвал ему челюсть. О! Вы пока делись, я пока заминирую. Давай, 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 давай. Нормально, нормально. О, красава, красава. Ой, красава Элла. А чё она будет дальше собирать? А-а-а, нормально! Рвани жопа. Куроку убили, Куроку. Куроку убили. Куроку убили! Дурак. Не дурак я, не дурак. Дурак. А-а-а, да вы такой взрыв необычный. Да я видела вообще. Нет, просто именно как я нажал, видишь, я пытался успеть. А. Микросекунда просто была, микро. Ладно, будем стан тоже качать. У меня стан есть. Молодец. Спасибо. О, хекс, я понимаю. Ты еще с хексом. Ну да, полезный. Да, думаешь? Ты купил варды! Как всегда, всю игру покупаю. Ой, ты моя маленькая, ну... Всю игру покупаю. Конечно, я думала все, блин. Ой. Так. Ладно. Нам, кстати, Митс... Не увидел, ладно, да, не увидел. Ну, слишком быстро просто. Что у нас башня оставалась? М? Что у нас башня оставалась, не увидел? Не, там бочки были рядом с башней. Ну, очень быстро снес вишни, не увидел. И там два удара. Да. Вот он бегает. Давай, но... А, он вернулся? А, это не он. А, тут кто тоже вернулся, фиолетовое говно. Заметила? Да. Кстати, нет, на самом деле. Тихо. Ох, нет. Купол уже поставь, да, он. Ладно, ладно. Хорошо, я пошел туда минировать. Минировать. Заново сделаем. Так, ладно. Ну. Ладно. Там что-то наверху происходит, но они не снесут еще не скоро.
Ну, нормально. Так. Наверху бочек у нас больше нету, в принципе. Это кусок говна. Что-нибудь придумаем. Давай, давай, давай. Блять, у меня ж там ульта. Давай, я А, иду к вам. нормально. Я иду. Нормально. Ну, видишь, Медуза все-таки сделала свое дело, правильно? Да. Вам просто было ждать лейта 40 минуты 50. И купол был нормальный. Он, конечно, купол. Да. Вот хорошо ж. Так, теперь ставим прямо на базе врага. А? Ставим бочки на базе врага прям. Ну. Изи-бризи! А угадай, Изи-бризи. что у меня есть? О! Тайминг, тайминг. Ну а то. Там ждем ливера. Кто-то ливанул там, нет? Все по таймингу. Ну хотя бы как-то. Ой. Так, я курить. Курить и пить? Курить и пить, да. Ой. Изи-бризи. Ну-ка, что там у нас по стате? 3-12. Ну, как всегда, лучшие статы из 40 человек. Кто-то там предлагает мне дружбу. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.